Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией сегодня. Для любителей криптовалют у меня такой биткоин-кран называется. Ну, тут так вот по-английски. Значит, регистрация там простая, разберетесь, после чего придет письмо на почту, вам придется подтвердить письмо. И попадете в такой кабинет. Значит, что нам предлагает? Бесплатные сатоши. Собирайте до 30 БТЦ каждые 30 минут. Просто нажимайте кнопку «Собрать» и получите сатоши бесплатно. Значит, вот здесь сразу находится партнерская ссылочка. Можно поделиться в соцсетях. И здесь есть еще плюс соревнования. Давайте я соберу сатошики, нажимаем собрать. Я только зашла, вот мне дали 13 сатошиков. Итого мне стало 46. Минимальный вывод отсюда 25 тысяч биткоин сатошиков. И по кабинету, значит, вот это сам кран. Здесь вот соревнования. Значит, вы автоматически участвуете в еженедельном соревновании. Выигрывает тот, кто собирает больше всего сатоши в течение недели. Победитель определяется в воскресенье, ну, время ихнее, и получает 100 тысяч БТЦ на баланс сайта. Так, ну здесь вот как бы, значит, это кабинет. Сборы, рефералы, всего заработано. И тут в USD, как бы. Так, вывод. Значит, по поводу вывода. Минимальный вывод, как я сказала, 25 тысяч. И вот здесь будет отображаться адрес. Его можно поменять. Вот я хочу его поменять, потом поменяю. И каждую неделю, в воскресенье, вот по ихнему времени, автоматически выводится на ваш текущий баланс без комиссии на ранее указанном вами биткоин-адресе. Сами тут посмотрите. Ну, вкладочка «Рефералы». Опять же, реферальная ссылочка. Далее, в настройках. Сюда вводите биткоин-адрес. Нажимаете «Изменить адрес». Вам на почту придет письмо с кодом. Появится окошечко. Вы вставите этот цифровой код сюда и нажмете «Изменить адрес». Ну, здесь вот звуковой сигнал можно установить. Автовывод. Ну, здесь USD. В какой валюте вы хотите, чтобы вам показывались как бы ваши сатошики. Вот. Ну и пароль. Язык. Поставить вот такой кран. Кому интересно, пользуйтесь. Всем удачи, больших заработков. Вывод, естественно, когда придет, будет время выводиться. Похвастаюсь. До новых встреч.